дачном участке делал ловушку для пчел. Но я понял, что здесь пчелы не получилось рой словить. Облюбовали ее шерстни. Самые крупные осы. И вот им, да, они тут, видно, гнездо сделали там. И теперь в общем живут они здесь, поселились. Охранник какой-то стоит там усами или этими ложками шевелит. Да, вот и получился у меня вместо роя пчел рой шершней. О, этот маленький еще шершень, видно, подросток. Нет, это что-то. Они вниз, вон, два отверстия внизу тоже пытались, видно, расширить, но там что-то у них не вышло, пластик перекусить точнее, а ДВП выгрызли. Хотели, видно, отверстие сделать побольше. Ох, и большие. Я еще снимаю и заканчиваю этот ролик. Вот они все.